сегодняшней встречи мы обсудили изменения, произошедшие в микрорайоне железнодорожный за последнее время. В основном они касались благоустройства общественных территорий, да, общественных пространств. Такие изменения, как благоустройство Пестовского парка, Ольгинского лесопарка, находящегося в непосредственной близости микрорайон железнодорожный. Также в город, в микрорайон пришло МЦД-4. За последнее время открыто несколько новых школ. Наша команда практически с первого дня занимается волонтерской деятельностью в зоне проведения специальной военной операции. Занимаемся мы гуманитарным грузом для, значит, военных людей, для гражданского населения, для школьных, дошкольных учреждений. Груза очень много, груз разный. Достаточно большое количество людей подключается к данной работе. Конечно, я поддерживаю инициативу установки памятника, так как ситуация на поле боя серьезная. Ребята бьются, глаза горят у всех. Не сдается никто, за ним не включает никто.